Бесплатные домашние тесты на коронавирус в столице Испании теперь на расхват. В стране растет число случаев заболевания, и недавно оно впервые превысило 1000 заболевших на каждые 100 тысяч человек. Местные власти снабжают аптеки такими тестами, но они заканчиваются в первые минуты, потому что их слишком мало. Нужно вставать рано, потому что они исчезают за секунду. То, что раздают бесплатно, быстро разбирают. За деньги никто не берет. Сотрудники аптек говорят, что люди приходят рано и стоят по несколько часов, чтобы получить бесплатный тест. На улице стоит огромная очередь из 30 человек, но на всех не хватает. Каждый человек приходит с 3-4 медицинскими карточками, и все заканчивается на первых нескольких людях. Сегодня я пришел в 6 утра, потому что на прошлой неделе, когда я пришел в среду, то передо мной было около 8 человек. Но каждый взял по несколько тестов, и они быстро закончились. Сегодня пришел в 6, и у меня получилось взять, но было только 20 штук. Эксперты говорят, что рост заболеваемости начался после прихода более заразного штамма омикрон. При этом давление на больницы намного меньше, чем во время предыдущих волн эпидемии. Это объясняет тем, что новый вариант коронавируса реже вызывает тяжелые формы болезни. Так, ежедневное число смертей от COVID в Испании сейчас не превышает 100 человек. Тогда как на пике первой волны каждые сутки умирало около 1000, а в январе прошлого года, когда вакцинация только начиналась, смертность достигала 600 человек в день.